Свинка от ночных нападений на холодильник. Она начинает хрюкать, когда кто-то открывает дверцу холодильника. Ну что, ребята, испытаем? Ага, значит, кто-то полез в холодильник. Никого. Странно, ложная тревога. Ага, опять! Снова никого. Не может быть. Ай, сломалась эта китайская ерунда. Все, буду спать. Ну все, вроде бы хозяин успокоился. Я уже подумала, что накрылся мой ночной перекус. Ну что, ребята, отведаем котлеток?